С тобой нормально сжали. Ну, типа вот рабочий. Просто жим. Почти месяц назад, 3 недели мы с тобой не прожимались. Какие-то всякие эти делали. 10 по 10. Еще что-то было. 150 у тебя, да, сегодня? А, и то, слушай, это в понедельник. Это у меня было 3-2-2. Это было 180. Че, 180 это? Прибавить больший вес? Че, поработаем? То сегодня у меня не лучший день. Ты заметил, у нас с тобой как-то понедельник, он всегда какой-то день не самый лучший. Я под кондиционером позавчера спал. И какую-то соплю подхватил. Начал очень активно использовать всякие там витамины B6. Хочу отметить, стояла там калорийность, там 3650 я себе поставил. И обычно, ну, не получалось у меня это там, чуть-чуть я там на 50, на 100, там на 150 калорий больше поджирал. А тут калорийность четко прям держу, переедать не хочется на эти 100 калорий. И начал более глубоко проблему эту изучать, ну так, лазить там, тут смотреть. Ну, смысл в том, что если вам не хватает каких-то нутриентов, там, витаминов, помимо того, что одно дело калорийность, а другое дело, что калорийность может быть правильная, но организм, он будет требовать больше еды, потому что ему хватает не только калорий, но и там витаминов, каких-то минералов. Не обязательно, если у вас такой какой-то аппетит и вам хочется кушать, потому что калорий недостаточно. Может еще и оказаться так, что у вас просто нехватка какого-то элемента. То есть дело не только в калорийности. Но из-за этого я скинул килограммчик. Вот тоже вопрос для тех, кто никак не может похудеть. Ребят, вот 50 калорий, там 50-100 калорий меньше, килограмм уже слетел, вес 99 и немножко повтор встановый. Из-за этого я во всем свои минусы и свои плюсы. А вот мне сейчас тяжело было, вот сейчас этот подход прям. Ну это, наверное, хорошая примета у нас всегда, когда тяжело. Вот у меня тяжело, у тебя легко идет. Сейчас я еще 160 сделаю, а потом мы 180. Месяц назад было на 3, а третий был с помощью. Сейчас посмотрим, что я этот весь месяц, чем я занимался, какой фигней. Минуты отдыхаем, 180 поставили, размялись, было на 3, вспомни, вообще лучше на 5 повторений у меня был результат, но опять же над этим надо работать. Если ты к весу не подходишь, то само собой результаты падают. Задача раскочегарить, ну не сегодня, конечно, там что-то сегодня я вообще как-то я сомневаюсь, нефиг под кондерами, как говорится, спать. Хотя бы повторить надо. То есть третий с помощью сделать, а там уже.
все то же самое сделал. Хотя думал, будет, конечно, гораздо хуже. Так мы вот и будем вот этот вес кочегарить. А еще свой вес я немножечко снизил. Упал и уже потяжелее. Ну, пойду посмотрю, что там у меня. О, слушай, 101. Чудеса какие-то. Просто на себя. А, кстати, наверное, да. После выходных. Также сделал второй повтор, сделал с паузой. Не знаю, как-то мне даже с паузой, наверное, привык я, натренировал эту паузу. С паузой мне делать комфортнее, чем просто вот штангу опускать, поднимать. Ну, как говорится, кто на что учился. Еще два повтора надо сделать. Нет, я понимаю, я, конечно, для вас дрищ. Вы смотрите, ну, что там серит он эти 180 килограмм. В комментариях, как всегда, я узнаю, что я лох, но... Я натренируюсь, я вам обещаю. Сейчас пройдет какое-то время, и мы так уже 200 будем взять с Женей кочегарить. Мы все-таки с тобой, наверное, одну неделю лежа будем жать, одну неделю стоя, одну неделю под углом будем чередовать, чтобы сведения всякие делать. Потому что сведения, они нужны, а может и не нужны, я уже сам не знаю, все-таки такой философский вопрос. Так, все, размялись. Ну, время у нас только остается сейчас 3 подхода. Сделать жим под углом и все. И капец. Больше мы уже сегодня ничего не сделаем. Ну, такая у нас получается чисто жимовая такая силовая тренировка. Что тоже довольно-таки неплохо. Хорошо сейчас под углом у меня пошло, блин, забыл таймер поставить. Тоже, кто по 40 минут занимается, ребят, как бы вот мы только 2 упражнения сделали. Один подход только на втором упражнении у нас пошел, а время тренировки, как бы, вот тебе, здрасте, 1,5 часа. Ну, доделаем до конца, чуть на пару минут подзадержимся сейчас. Бахнем второй подход. Ну, а как? Надо доделать, мне кажется. Да, дядь Жень, доделываем же? Доделываем. We'll be right back.
Уже на целую минуту тренировку перевалили. Ну, ничего, ладно, еще разок. Сейчас на 3 повтора у меня по плану. И все, и мы заканчиваем. А вся неделя теперь у нас вот после такой нагрузки будет. Потому что надо больше отдыхать. Но мы не хотим. Мы хотим тренироваться. Все-таки к лету уже чуть-чуть, уже немножко хоть подкачаться. Зачем, конечно, но это уже философский вопрос. Вот такая у нас сегодня получилась чисто жимовая, силовая такая мощная тренировка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока, мои поросяточки.